number 13. I'ma keep it 01, 000, 001, bitch. Сегодня последний день отпуска, и мы поедем вот сюда, Абхазия, заброски на снегоходах. Сейчас моя ласточка в первый раз за границу поедет. Первый пост прошел, нужен был российский паспорт и СТС-ка на автомобиль. И обязательное условие, чтобы ты являлся владельцем автомобиля. Если владелец автомобиля кто-то другой, то нужна доверенность, заверенная нотариусом. Не в нее эту машину. Хорошего дня, спасибо. Ну вот, прохождение поста заняло где-то 30 минут, наверное. Очередей больших не было. Все, я еду по Абхазии. Тут есть один нюанс, то что российская страховка не действует, а своей страховки у них нет. Поэтому нужно быть предельно внимательным на дороге. Все, загружаемся. Дождался ребят. Вот на такой тачке поедем сейчас. До 1200, а дальше на снегоходы. Дальше пересаживаемся на снегоход. Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment to capture. Just let it slip. Так, кому подлиннее, кому покороче. А чё, как там? Ну давай я с камерой подлиннее будет. Давай. Сзади подсниму. Смотри, сейчас я тебе сделаю. Смотри. Вот, покороче? Да. Так. Для держишь ее. Все, на руку не, на шею не, нужно не, накидывать. На руку не наматывать. Ну что? Ну мопед спортивный, да? Да. Ну все. Томус, мы где тебя подождем? Давай на лесовозке. Давай. Там разберемся. Кипанули чутка. Да. А, забыл крышку закрутить. А крышка где, хрен его знает? Крышка вон валяется, сейчас чуть остынет. Один раз еду, смотрю, какая-то запчасть лежит. Да, колесо, видишь, что там стоит. Угу. Такое колесо у него на дороге лежит. Ну, думаю, мы вдвоем находимся. А чье это? Я говорю, Томас, ничего не потерял. Нет. Колесо, смотри. Бывает, оно вибрирует и... Откручивается. Да, квадроцикл, вот, ну, вся там мототехника, она вся такая. Так, то есть ничего не сделаешь. Мы мажем там эти... Сейчас новые там продаются, вот на резьбу мажешь и пол закручиваешь, она
как бы приклеивается. Не помогает. Угу. Ну, для крепления вот тоже в доске. Да. От вибрации откручивается все. Мотор откручивается, там ходовая. Мотор откручивается. Да. Каждый раз вот 2-3 выезда, и ключ берешь и пошел ты его делать. Все болты протягивать. А сегодня уже четвертый, никто ничего не делал. Да, да я вот вчера ходил, ты его сделать, сделал, видишь. Че, мороза нету, сейчас воду нальем и поедем. Андрюх, смотри сюда. Так, хорош. Все, звезда Ютуба, у меня 300 подписчиков. О, тарахтят где-то. Помощь подъехала. Тогда с собой возьмем. Теперь крышку закрутили точно. Отпустить тебя, да? Не, тут по-любому выстегиваться. Можешь подняться? Конечно, конечно. Так, как это? 100%. Отпускать тебя или нет? Да, да, да. А если не смогу тронуться, отпусти. Сейчас, сейчас. Поднимаем в сторону. Вот. Прилетело в лицо, нет? Нет. Ну, конечно. Да ну он упал, а я об него. Все наоборот было, он упал, я споткнулся. Есть еще не раскатанный снежок. Сейчас Андрюха пробьет тропу на снежике. Начнутся заброски. Вот он летит, красавчик. Опять закипает. Где?
идет. А, это нормально. Я думаю, по одному поднимемся. Красиво здесь. Север там, да? Понятия не имею. Я после войны в школу пошел, у нас север юг не учили. Конечно. Давай наверх. Давай, держи. Раз, два, раскачиваем. Три. Подожди, подожди. Раскачиваем так. Раз, два. Еще нам, да? Да. Давай, раз, два, три. Давай, чуть-чуть натолкнем. Давай. Сейчас я вот сюда выйду, смотри, вот сюда, на твердый. А ты иди ко мне, посмотри. Дубль 2, очень тяжело снежиком, закапываются постоянно. Надо вначале пробить дорогу, накатать. Потом нас уже на тросе заберут, наверх закинут. Кто-то скитуром поднимается, гуляет, катается. Такие тут виды шикарные. Куча домиков. Развивается потихоньку тут туристическая отрасль. Здесь очень хороший воздух летом. Я ребенок мой заболел этим корью. Он очень страшно кашлял внизу. Я его сюда поднял. 25 дней мы здесь были. Оставил и уехал. Не, вообще были. Я свет привез, дизель, все, телевизор маленький. На второй день вечером уже у него горло все высохло. Нос все высох. Вот такой сухой воздух здесь. Через не 5... жарко, наверное, да? Ну так. Через 5 дней он вообще перестал тащить. Ну что, ребята, мужики, давайте за девочек поднимем, потому что они сегодня молодцы, смелые, очень храбрые. Да. Впервые на веревке. Я в хорошем смысле этого слова доволен вами. Вы даже лучше, чем мужчины, вот честно скажу. Ой, это... спасибо. Да. Ты я вроде тоже норм. За тебя отдельно, ты вообще супер сегодня. Хочу вам сказать, что ваши все мечты и ваши все подъемы сбивались. Это не только касается этой горы, это касается вообще по жизни всех достижений. Ну а вам тогда в ответ, чтобы на следующий год был вертолет и уже хелиски. Если у меня будет вертолет, мы думаем, нахер оно мне вот здесь надо, скажи, пожалуйста. Пока у меня другие нету, вершины пока уже у меня будут. Нету вертолета и всего остального, я буду здесь. А как только появится, все. Пиши про я в Майами. Видал, да? Че видал? Прыгнули? Так, чуть-чуть. На самый верх нас снежек не завез. Приходится идти пешком.
очень тяжело, снег проваливается. Но виды открываются. Сумасшедшие просто. Привет. И вот мы добрались до верха, где вид открывается классный. Ну что, готовы, первый спуск. Поехали. Ну что, спуск очень кайфовый, нет никаких ни камней, ни бугров, дропов, конечно, тоже нет, но они и не обязательны. Погнали, второй спуск. GoPro, как обычно, отключилась в самый неподходящий момент на середине спуска. Ох уж эти GoPro-шки. Такси! Такси на дупло. Пешочком. Вы заказывали полный комплект, правильно? Тур, снегоход и все остальное. Снегоход не поднимается до самого верха. Андра сказал то, что это небезопасно. Просто мало чачи взяли. А так бы на пик каждым заездом бы. Снегоход нас поднимает вот сюда, где вот эти люди. А пешком приходится идти. Вот сюда, к вот этим людям. Призрачный гонщик. Насиловал мой снегоход. Ай, ленивая задница, все-таки заехал, да? А я еще и дошла. А? Так нельзя делать, ну. Снос. Чата. Давай искать, как попробуем сейчас сделать. Я хватаюсь за снежек тут на полужнике. Ага. Разгоняешь меня немножко, я отпускаюсь, ты не газуешь. Я тебя обгоняю, ты едешь за мной, газуешь, потом газ в пол и обходишь меня. Давай попробуем эту твою схему. Ну что, сейчас будет как в лучших фильмах? Давай! Ты куда так газуешь? Это примерз у тебя, да, как на вариантах. Давай! Успели сделать 5 спусков, спускались вот оттуда сверху, вот сюда до низа. Сейчас времечко уже поджимает, сейчас немножко нужно проехать на снежиках, а дальше спуск по лесу и до машин. Время 20 минут шестого, солнце начинает садиться. Какие же тут шикарные виды.
Это место стоит обязательно посетить, даже если ты не катаешься на лыжах, сноуборде. Сегодня с нами были ребята, которые просто пешком ради красивых видов сюда приехали. Уже темнеет, камеры сели, все село. Возвращаемся к машинам. Решил поехать на доске, а не на снегоходе.